Алтай-Охранкультура официально отказалась признавать комплекс зданий бывшей усадьбы купца Михайлова памятником. Об этом через соцсети накануне сообщили активисты общественного движения «Гражданский патруль». Напомним, они провели ряд акций против сноса усадьбы, на месте которой запланировано строительство высотного здания краевой прокуратуры. Как нам рассказал историк и краевед Данил Дегтярев, представители Алтай-Охранкультуры объяснили свой отказ тем, что якобы доказательств ценности усадьбы Михайлова недостаточно. И основания оспорить решение, принятое краевыми властями в 2006 году, у них нет. Теперь, признают общественники, шансов спасти исторические здания почти не осталось. Тем не менее, они намерены продолжить борьбу, обратившись в суд.